Ребята, с вами снова я, Альба, и сегодня со мной... Госам! И пока мы не снимали видео, тут много чего появилось, много чего разрушилось. То есть мы сделали водяную горку, и, получается, строили торговый центр, но бандиты захватили нашу деревню, но мы, слава богу, ее освободили. И они просто сбросили бомбу на наш торговый центр. И сегодня мы хотим найти их базу. Пошли куда-нибудь. Пошли. Надо вещи собрать. Я хочу сказать, что случилось с нашим домом. Ну, точнее, улучшилось. Вот. Вот вообще вот то, что стало с домами других жителей. Вот тут так все. Бандиты постарались, не на шутку. Вот, будка Джека сгорела. Будка Джека сгорела, теперь Джек живет дома. Ай, блин, прости. Джек, поздоровайся. Нет, дверь не открывает. Я тебя поздравляю. Я тебя открою. Спасибо. Все, все, вещи собираем и пошли. А, сейчас у меня в другом сундуке вещи. Сейчас я... А у меня в ящике еще. У меня в моем, знаешь. У меня динамит есть. Привет, хорошенький. Значит, кирачка. Кирачка. Ты свой меч возьми, он у меня в шкафчике. Смысл тебя? Карамыслик. Привет. Это вообще-то мои вещи были. Так, я яблоки возьму. Яблоки я не буду... А что-то у нас дофига динамита. А, это, в смысле, ты мои яблоки взял? Я хотел... У нас что-то дофига динамита бы нам прислали, капец. Ладно, пошли. Погнали, только подожди, сейчас. А, дай мне это... Я до динамита тогда возьму и дай мне мой меч. Где он? И скоро мой друг... сделает новый канал. В следующем видео, можно через видео, я оставлю ссылочку на его канал. И да, я включил вебку, кстати. Я купил вебку. Вот, видите, она в уголке у меня. Видите? Ладно, ты готов? Я сейчас не нужно еще что-нибудь заполнить. Может, ладно, динамит взял. Ладно, погнали все. Все, погнали. И может мы там чуть-чуть покажем, что у нас там за подвал. А, да, подвал. Мы же, по-моему, подвал показывали. Я не помню уже. Может, показывали, может, нет. Потому что у нас так много. Тут очень опасная тропинка, очень опасная. И так как на нас тогда напали, мы даже видео не смогли туда записать. Так что да, просто нас связали, но мы выбрались. Слава богу, у меня была отмычка. Ладно, пошли. Пошли, только сейчас... А, все, это... Так, давай-ка... Ямина огромная, ты да, цель. Просто там бомба была чуть ли не атомная. Да вот, мы на карте, посмотри на карту, иди посмотри на карту. Иди ко мне. Ну вот, наверное, нам надо прямо в пустыню идти. Я вот сейчас... Нам, наверное, надо в пустыню идти. Скорее, надо в пустыню идти. Все, в пустыню идем. Давай прямо идти пока что, пока не найдем чего-нибудь. Может... каких-нибудь жителей. Покажи еще раз карту. Сейчас. Тут на нас, тут все, на нашей деревне такие еще это казаки напали. Да, но казаки теперь наши сотрудники, помощники. Ай, прости. Вот, смотри, карта, все хорошо. Погнали. Погнали. Все, ай! Я чтоб не быстрее шел. Кстати, давай ты меня так же будешь бить, чтобы я быстрее шел. Давай. Нет. Тут осторожно. Тут река, осторожно, надо будет плыть, ты плавать же умеешь. А, ну, ты ж плохо. Я научился. О, да? Я тренировался. Опа. Ну ладно, просто дождь пошел, блин, вообще ужасно. Плывем, все. Ты плывешь? Я уже переплыл как бы. Я тоже. Все, погнали прямо. Я по кактусу. Ты зачем пока что? А, они даже не наносят урон. Да? Как бы даже не кот. Потому что я просто быстро убиваю. Да, реально, я тоже попробовала. Опа, а нет. Ох, господи, там какая-то деревня, кроляка. Что ли. Иди сюда. Сейчас, подожди, там смотри, не надо кролика. Может, кролика себе возьмем? Нет, не получится. Давай пока не будем. Там деревня какая-то. Куда я погнал? А, кстати, у меня такой новый прикид. Да, это прикольно. Ну-ка, давай я тебе покажу. Вот. Вот. Вебочка работает. Нет, это реально какая-то деревня.
Ты не надо меня бить. Я хотел, чтобы ты это позвонил. А у тебя вебка работает? У меня, да. Угу. Ай, блин, больно. Ну-ка, давай жителей спросим. Привет. Привет. А, хорошо. Я ничего не понимаю. Угу. Ну-ка, я зайду к местному старейшине. Это какие-то африканцы. Видишь, какие у них еще это? Да, казаки. Посмотри. Нет, это не казаки, это какие-то африканцы. Что-то вот видишь, они даже тут посмотрели. О, гад, какой-то робот. Это голем, не трогай его, я в майкрафтологии изучал. Ну-ка. А-а-а. Вот видишь, привет. Привет. А это что за деревня? Это деревня имени кактуса первого. Смешное название. Да, согласен, очень смешное. А вам не ходят бандиты? Да, ходят. У них тут рядом какое-то поместье. О, господи. Я прошел хлебушек. У них. Не буду воровать один. А можно у вас взять еду и переночевать? Конечно, можно. А забирайте дом. Сколько денег? А сколько денег надо? А денег не надо, к нам редко приезжают из других деревень. Ну ладно, спасибо. Сейчас да пожалуйста. Надо. Опа, пьюк. Выбирай дом. А погнали, только давай еще, чтобы там это... Блин, извините, собаки опять палят. Ой, я вот сюда. А я тут домик нашел тоже какой-то клевый. Ай, да. Жители, можно тут тоже будет? Ну, как бы с вами. Ну да. Просто ваш мэр вроде как разрешил. Да, конечно, живите. Какие-то странные жители. Меня не да, они нормальные, по-моему, хорошие ребята. Только у меня кроватки нет. Наверное, у меня есть кроватка. А, вот там есть дом, короче, я маленький пошел, ты другой. Вау, тут такой кактус прикольный. Смотри, я тут еще домик нашел. Смотри, тут такой миниатюрный. Да, прикольно. Да, кстати, я такой могу дом купить. В деревне у нас. Давай. О, тут даже сундук есть. Сундук все построил. А у меня тут тоже... Так же, кактусы там. Они похожи, что-то для... А это, может, горшочек? А я тогда рядом с тобой поселюсь. Спать можно только ночью. Гоша, у тебя опять эта фигня? У тебя опять это Яндекс Алиса? Яндекс Алиса тебе выдавали, что ли? Прикольно. Вот, я, короче, сделал. Короче, в следующей серии пойдем уже обратно в деревню. И либо искать. Привет. Либо искать базу бандитов. Напишите в комментариях, что мы будем делать. Либо возвращаться в деревню и восстанавливать ее. Поторгуемся, ну-ка. Либо мы пойдем искать базу бандитов. Он 24 туалетной бумаги отдает и забрут. Чувак, ты похоже сборщик. Это... Может, он просто это местный мусорщик? А, ну... Вот тут фонтан есть, прикинь. Вау, как громко. Очень громко. Не раздражает. Это, наверное, это. Тебе, наверное, это на там для бандитов там, если там кто-то нападет там. Так, о, господи! Иди сюда, я там что-то вижу. Ты где-то там ты какой-то где? Данчик. А, все вижу тебя. Там какой-то данчик. Побежали туда. Все, я погнал туда, все. Ну-ка, голем, ну-ка дай петюлю. Ну-ка дай петюлю. Голем тебя прибьет потом. Он за тобой, короче, убежал. Если жителя ты ударишь, то голем тебя прибьет. Ну-ка, пошли, голем, проверим твою силушку богатырскую. Опа, покажи, тут данжик. Сюда. Голем, иди сюда, я его ударю. Смотри, я вот тихонечко так ласково. Ой, тут кошечка. Ну-ка, если кошечка, тихонечко. Mm. Я тебя не вижу. Ладно, все, погнали. Иди-ка где? Фу, тут мясо раскидано, офигеть. Иди, я тут на данже. Иди. Тут, походу, дело надо бы по-хорошему подкоп делать, но там есть какой-то вход, тут, походу, дело, там ловушка. У меня есть кошечка. Ну-ка, давай, иди сюда в данж. А, это же деревня, наверное, продолжение, или нет? Нет, это какой-то данж. Тихо. Там могут быть ловушки. Больно. Тихо, я знаю такую штуку, смотри, смотри. Там, тихо, если... Тихо, этот блок не ломайся. Ты капец, тут нужно... Эту ловушку осторожно, тут, там не надо нажимать плита, если да. Я знаю. Ну там нифига нету, что-то там нету сундуков никаких. Тихо. Там нету и сундуков, пошли отсюда. У тебя есть факел какой-нибудь там? Подожди, есть кое-что. У меня есть жига. Отойди, так, у меня тоже, я и хочу. Она так сбоку не может почему-то. Она не получает только так. Ой, блин, отойди. Прости. Ну-ка, она... Подожди, есть идея, короче. А если вот этот вот блок, короче, сломать, подожди, отойди. Вот так сломать, а теперь... А его вот так поставить будет. Ну-ка.
Там все-таки есть, я вижу. Давай лучше в следующей серии пойдем туда. Окей. Ой-ой. Стой, машинка, 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 сейчас, сейчас машинка, срочно. Машинка, машинка. А, все, спасибо. А, это было так жестко. Подожди. А, я, короче, да, погнал. А тут уже ничего нету. Давай машинка мне обратно. Ну, я сейчас, я сам выкопаю сейчас отсюда. А, господи. А, ладно, сейчас. Да, там собаки из деревни. Да, собаки из деревни, это капец. Подожди, это что было? А там, походу, делает у них сигнал какой-то. Окей. Я не знаю, да пофиг. Сейчас машинка моя. Моя машинка. Ну, ладно, я тут как бы уже блоки стал тратить. Ну, наверное, это мы будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.